Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня у меня на обзоре индукционная варочная панель Electrolux IPE6453KF. Ссылки на магазины с актуальными ценами на этот товар вы найдете в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если видео вам понравится. Также рекомендую включить колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. В комментариях вы можете задать вопросы или написать свое мнение о данной модели. Электрическая варочная поверхность работает благодаря использованию магнитной индукции, при этом нагревается не поверхность плиты, а само дно посуды. Это позволяет готовить быстрее и снижает возможность пригорания пищи. Размер зоны нагрева автоматически подстраивается под диаметр дна. Она может быть и овальной. Функция Power Boost обеспечивает быстрый подогрев. Управление осуществляется при помощи сенсоров. Хозяйка может обеспечить очень тонкую настройку температуры, есть целых 14 уровней нагрева. Точечный нагрев любой посуды. Зоны индукционной варочной поверхности Infinite автоматически подстраиваются под посуду. Они распознают размеры и формы посуды и подают тепло непосредственно в основание каждой кастрюли или сковороды. Поэтому вы сможете использовать все необходимые сковородки и готовить несколько вкусных блюд одновременно. Готовьте не отвлекаясь. Технология Hob to Hood, которая при необходимости может автоматически включать вытяжку и подсветку, когда вы начинаете готовить. Вам не придется отвлекаться на регулировку еще и вытяжки, вместо этого можно полностью сосредоточиться на приготовлении блюда. При желании регулировать мощность вытяжки можно вручную. Управление одним касанием. Сенсорное управление на варочной панели позволяет быстро отрегулировать уровень нагрева или выключить его. Проведите кончиком пальца по элементу управления, чтобы перейти на нужный уровень температуры. Вы можете быть уверены, что индукционная варочная панель будет точно и мгновенно выполнять ваши указания, поэтому вы сможете готовить вкусные блюда быстро. Неизменно чистая поверхность. Поскольку рабочая зона вокруг посуды не нагревается, загрязнение можно вытирать прямо в процессе приготовления. На идеально ровной поверхности просто нечему пригорать, а значит не будет и грязи. Вы сможете меньше времени уделять очистке и больше вашему блюду. Мощный нагрев моментально. Запуск функции Power Boost обеспечит мгновенный нагрев. Вода для пасты закипит за считанные секунды, а сковорода будет быстро разогрета для жарки стейка. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что они жалуются. На максимуме сильно жужжит. Нет датчика закипания. Пищит при попадании чего-либо на датчик включения и переключения. Может отключиться, если до датчиков дотронется полотенце или что-то еще. Остаются царапины. Диаметр конфорки 21 см. Цена. Включенные конфорки визуально слабо отличаются издалека от выключенных. Сенсорное управление не всегда идеально. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Быстро нагревается и остывает. Стекло не раскаляется. Отдельное управление каждой конфоркой. Легко мыть. Шкала температур имеет много делений. Очень гармоничный и стильный дизайн. Наличие датчиков включения вытяжки и распознавания наличия посуды. Режим паузы. Качество изготовления. Возможно, вы уже стали владельцем такой плиты и поделитесь своим мнением с нашими зрителями в комментариях. А если только планируете покупку, то переходите в описание, там я собрал для вас ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик. Всем пока!